Хмурая осень – не повод впадать в уныние. Кровь разгорячит, суставы разомнет, а также все тело укрепит бодрящая зарядка. Если этого мало, вперед танцевать. Тем радостней, что пляски эти под живую музыку, старые добрые мотивы в исполнении Сергея Плотникова и самые душевные песни от народного любимца Валико Гаспаряна. Ну а музыка духового оркестра вне всякой конкуренции. Та, что переносит сквозь время. Я помолодела на 10 лет. Вот сейчас, сегодня, так мне вообще как 20 лет. Я бы еще прыгала и скакала, не знаю, до самого потолка. Мне очень нравится. Спасибо всем организаторам, спасибо всем, кто это вот это, 2 года вот это все организовывает. Самое главное общение. Люди приходят, общаются, позитив, который здесь, да, настроение улучшается. А самое главное, чтобы у нас было хорошее настроение, тогда и болезни нас наверняка обойдут. Этим бабушкам и дедушкам теперь уже точно никакая хворь не страшна. Тем более, что проект «Парк здоровья» на этом не заканчивается. Этот проект, он долгоиграющий и оставляет очень хорошие заявки. Все, в общем-то, довольны. И ту цель, которую мы ставили изначально, она, конечно же, исполнилась. «Парк здоровья» вновь откроется с первыми теплыми лучами в мае 2018 года. Алевтина Дармаева, Инесса Дундукова и Евгений Павлов. Новости дня.